Комментарий мне понравился, решил видео сделать. Вот просто интересно пишут мне, где точка, где вы скажете, ну все, хватит. Ну просто, как, например, падение Львова, просто переговоры о передаче территории Львов. И решил я показать карту Deep State. Хорошая здесь есть такая функция. Сколько вы, ребята, у нас за эти третий год идет крупномасштабная война, да? Апрель 22 года. Ну, давай. Вот. Раньше Deep State нету. Восстановить. Вот как это выглядело 3 апреля. И поехали давай на пятой скорости. Посмотрим, как вы, ребята, преуспели в захвате Украины. Да, вы же видите уже, что там под Киевом синим помечено это. То есть было захвачено вами, а теперь уже освобождено от орков. Это будет долго. Ну просто осознайте, вот те территории, которые красным, это то, что орки захватили, рашисты, да? В какой-то момент времени. То есть вы собираетесь дойти до Киева, вы собираетесь дойти до Львова. Вверху, видите, с Белгородской области, там мой Харьков. Слева в уголочке, это еще захваченный на тот момент Херсон. Под Белгородской областью еще захваченный Купянск, где был на тот момент мой отец в оккупации. Сейчас этот город уже освобожден. Я просто, чтобы вы примерно представляли себе, какие территории были вами захвачены и освобождены нами. И чтобы вы как-то осознали, куда вы там собираетесь идти, кого предупреждать к Биру там, или не знаю, что вы там себе рассчитываете, закупая северокорейские снаряды, когда нам атакамсы дают бесплатно, между прочим. Да? Так, 11 июля 22 год. Сейчас пойдет жара. Сейчас как раз вот где-то в начале сентября, в августе, будет освобождаться Харьковская область. Да, видите, это на пятой скорости, тут перемотка и не каждый день еще отмечается на дипстете. Вот оно пошло. Сентябрь месяц. Сентябрь месяц, сестричка, прям к твоему дню рождения освободили, да? Купянск. Ковшаровку, Купянск узловой. Я хорошо помню это время. Вот она, Харьковская область, вся очищена от рашистских оккупантов. Это у нас 22 год, октябрь месяц. Да, смотрим, сейчас сместимся влево. Посмотрим влево, там Херсонская область. Смотрите, как она изменяется. Видите? Вот они сдреснули, россияне оставили единственный областной центр, который смогли оккупировать в эту крупномасштабную. Жест доброй моли они сделали. Как под Киевом жест доброй моли, как под Купянском, под Изюмом, под Харьковом, под Херсоном. В самом Херсоне сделали жест доброй моли. Ну а сейчас будет просто огромное количество времени пройдет до того момента, как что-то изменится на поле боя существенно. Ну, для чистоты эксперимента смотрим. Смотрим, ждем. Он на работе, на там, где меня контузило в этом году. Начинается движение, шевеление. Давайте я, наверное, даже просто увеличу карту, а то ну, совсем никаких изменений не видно по линии фронта. Апрель 23 года. То есть уже год мы просматриваем военные действия. За этот год мы освободили территорию Харьковской области и Херсонской в значительной мере. Да, видите? Сейчас посмотрим, что вы будете захватывать. 5-6. Вот сейчас пойдет под Работино как раз. Начали с наступления, когда было освобождено Работино Херсонского и в Запорожской области. Ну, мизерные, конечно, изменения. Вот они. Вот здесь видно, да? По сравнению с тем, как области освобождались, Харьковская и
Херсонская. Тут, конечно, изменения минимальные. Уже август. Да. Ну и, в принципе, в той части карты вообще изменений не будет. Смотрим здесь. Октябрь 23-го года. Ноябрь 23-го года. То есть я что хочу сказать, что вы захватили за эти 3 года, ну после, допустим, сентября, ноября месяца, когда ноябрь 22-го года, декабрь 22-го года, когда был освобожден Херсон, вы что смогли захватить? Авдеевку и Бахмут. Два города по сколько там, по 20 тысяч, по 50 тысяч, я не помню, Бахмут сколько был, там 1040 населения, по-моему. То есть Купянск гораздо крупнее, Изюм гораздо крупнее, я уже не говорю про областной центр, про Херсон. Но вы видите какие-то изменения на фронте? То есть, ну, они в таком масштабе просто не измеряются. Вот уже март 24-го года. Вон пошло. Видите, возле Донецка начинается шевеление. Это как раз Авдеевка, Очеретина. Вот это вот. Все ваши достижения за... То есть считаем с ноября 2022 года по июнь. Ну, уже июнь закончился. По июнь, сегодня 29-е. По июнь. По июль, будем говорить. Он над Харьковом возникло два. Там, где вы лбом об стену убиваетесь там тысячами. Вот такие пироги. До Львова они дойдут. Дойдут. Все будет Украина, не переймайтесь.